прорыв из темной зоны. Новые гранаты F3M. Переработанная система миссий фракций с возможностью выбить капитана Романова и аномалию Санцепёк. А также лучшая система стелса для игроков за всю историю Доза. Погнали! Временное событие «Прорыв из темной зоны». Уничтожь темный разлом в одном из зеленых мест и вернись к ликвидатору для выполнения задачи, чтобы получить доступ к временному событию его заданием. Понятно, друзья, всем огромный привет. С вами Харди, и мы продолжаем. И это Down to Zombie Survival. И у нас сразу два события. Обновление и прорыв из темной зоны. И начнем мы сразу с обзора обновления. Изменения миссий фракций. Теперь миссии будут обновляться каждую неделю, а не раз в месяц. Больше наград, ёлпалы. Игрокам, у которых сейчас активны миссии фракций, следует дождаться окончания этих миссий, чтобы изменения вступили в силу. Также в игру были добавлены более десятка новых миссий и переработали некоторые старые задания. Капитан Романов и аномалия Санцепёк в наградах за миссии Вольного Братства и Оплота. Даже не знаю, хорошо это или плохо, но за обычные шифраторы теперь он выбиваться не будет. Вот так вот. Кто успел, тот и съел. В игре появились новые навыки. Увеличивают урон при стрельбе из лука или арбалета. Все навыки на увеличение урона в режиме скрытности теперь действуют как при подкрадывании, так и при атаке из кустов. Бонус к урону скрытности, который дают накидки тени и шлем дракона, был увеличен. Чтобы упростить игру в режиме скрытности, вражеские патрули... Короче, их стало меньше, и они теперь тупо стоят. Давай оценим сразу скиллы, конечно. Мастер маскировки. Слушай, это круто был. Из скрытности плюс 30%. Ну, то есть это круто и для олдов, и для новичков. По любасу. Вот так красиво я сразу их выучил. А здесь я продолжаю повышать специалист по броне. Так, вот мы дошли, да? О, распадник чернец. 2325. Ты понял, чё? Ха-ха-ха, грязь! А я в кустах был? А я не в кустах. В этом и прикол. В этом и прикол, ёлы-палы. Мужчина словил стрелу головой. Ничего, бывает. Да, этот первый темный разлом, он без... Ну ты понял. А потом, короче, будет С. Определенный аномальный урон. Похоже, с врагами покончено. Хорошая работа. Побежали домой. Нам нужна локация пожирнее, чтобы потестить этот супер стелс. Никаких кустов не надо. Просто садишься, и ты уже в стелсе. Ликвидация разлома подтверждаю. Парам-пам-пам. Забрать награду в окне событий. Ну, как бы, чё тут, да? Тем больше будешь бомбить, тем вкуснее будет, значит, все вот это забрано. Опа, у нас опять альфа-шифраторы. Что это значит? Значит, есть мужчина, которого можно красиво открыть. Ай-яй-яй-яй, вообще грязь, да? Грязь-чемодан. Вот это топ. А вот такого у меня даже и нету. Блочный лук оса. С новой системой стелса парам-пам-пам будет особенно, да? Замечательно, значит, его использовать. Так, чё, забираем? По какой ветке я пойду? Блин, я не знаю, слушай. Ох, ничего себе! Рюкзак атомного факельщика, причем натуральный, не какой-то там М, ты понял, чё? Ё-моё! Ну да, наверное, рюкзачок-то прежде всего надо забирать. Идем по левой стороне. Всегда можно нажать вот эту штуку и почитать, чё, кого и почему, да? Разломы, т-т-т, можно уничтожать 15 раз в день. На красных 10, в кричащем лесу 4. Зеленые и желтые локации пятнашечка. Поговорить с ликвидатором. Обязательно надо вернуться, да? Выполняй задание и получай призы каждый день. Сундук героя. Ничего себе. Героя. Классный, да, телевизор? Это за второй сезон. Да. А тем временем сезон 3 тоже подошел к своему концу. Кто успел нахватать, тот и съел. Самая главная награда, конечно, была... Вот этот бродяжник-красавчик Шторм. Я не успел 4 звезды ему сделать. Никак.
Если ты бомбил, думаю, ты успел. Ты здесь? Отлично! Давай, до свидания, мужчина. Оп! Пошла жара. Ликвидировать прорывы в зеленых местах. Еще один. Убить горелых. Желтые места. Короче, это фигня, да? Это мы сделаем быстро. Поехали. Чик. Ой, как удобно, да? Как раз огонечек сегодня. Каждый день разный эффект. Ну ты помнишь, да? Тебе не надо ничего запоминать. Всегда будет показываться, да? Прорыв и огонечек видишь, да? Да, между делом. Если ты еще не успел обменять свои фантастические монеты Союза, обязательно посети Хозмаг и обменяй на вот такой чудный чемодан, ёлпалы. Оп! Хорошо, да? Но не сильно фартануло, шмот не дали. Это был предтоп ящик. Какой шмот? Броню специалиста могли дать, да? Так. Вот тут уже пацаны толстые будут. Ха-ха-ха, грязь, да? Я даже не знаю, что тебе сказать по этой фантастической новой стелс-системе. Блин, это классно, да? То есть. Не надо по кустам шкериться, спокойно, просто. Вот так. И крит идет, блин. Дичь, вообще дичь. Реально, ну это жестко, да, это очень круто. Блин, бедные пацаны, а. Давай что ли вот эту винтовку возьмем. У меня не прокачана винтовочка. Фишка в чем? Ну то есть. Мне еще надо прокачать вот на винтовочку повышение урона. И еще и от и стелса. Соответственно, да? А вот еще винтовочка, блин. Соответственно, мне стелсить лучше пока что с луками и арбалетами. Поехали дальше. 5 из 5. Вообще изи. Мертвая низина. Вот здесь разгуляемся. Поехали. И использовать мы будем сейчас вот этого красавчика. Какой мы выдадим урон? Я не знаю, слушай. Но надеюсь, это будет круто. Добавь сюда еще броню специалиста. Какой-нибудь аномальный урон. И это будет вообще грязь. Вообще грязь. Блин, ну это как бы, ну понятно, да? То есть, блин, все, его расщепило на атомы просто. Урон выше его ХП без... Блин, как же это топошно, а? Вот это я понимаю, стелсить можно, да? До свидания, язычник. Так, у нас есть здесь очень толстый парень, на котором мы реально оценим масштаб трагедии. Слушай, так я вообще стреляю без стелса даже. Ха-ха, грязь. Короче, они просто разваливаются даже без стелса. Это слишком жирный вепон. Вот он. Унган Йопсамиди. И... Чё? Ха-ха-ха, грязь! Серьезно? Унган Самиди, до свидания! 8000 урона я ему выдал просто! И мне не повезло! Это железный 100% стелс! Капец! Вот это восторг! И не говори! Так, берем нормального парня. У нас сейчас... Да, ёлпал, мундина! Нифига себе! Не говори, что это не дичь. 8000 урона выдал. Блин. Минус разолом. Минус разоломище. Так, огонечек, да? Давай вот этот парень, он лучше зайдет. Да ладно, чего ты переживаешь? Ой, вот этот, кстати, толстый засранец. Был. Да, бродяжник Шторм со своим огонечком и снайперской винтовкой. Он такой. Он интересный парень. Оп! Что это за чудный арбалет? Сияющий арбалет распадников. Я не скажу, что он какой-то фантастический. Он просто классный, да? Ну, допустим, мы берем вот эту зеленую штуку-дрюку. Повторюсь, у меня не очень раскачан.
грязь, да? У меня винтовка, я тебе показал уже, да? Она, мягко говоря, не раскачана. Но при этом, да. Мы выдаем фантастический урон. Это воистину лучшая система стелса за всю историю Доза. Максимально шикарная для игрока. Максимально просто. Никаких тебе кустов. Плюс ее повысили до безобразия. Я не знаю, блин. Сказка. Песня, ё-моё. Так, чё, говноеды где? То есть ты можешь, ну, очень экономно проходить, если хочешь. Ой, вышибало, да? Привет, бобёр. Привет, бобёр. Привет, бобер. А, мужчина, у меня такая накидка-манакидка, что капец, короче. Похоже, с врагами покончено. И не говори. И как у нас тут дела? Дела у нас тут нормалды, да? Но надо, конечно, больше. Идем вот сюда. Надо прям красиво бомбить. А красиво это сколько? Это 10 красных локаций и 4 пердящие лес. Если он у тебя еще... не разблокирован. В желтых локациях лучше бить, не в зеленых, да? В желтых поинтересней, повкусней будет. Там очков будет больше. С вами был Харди. Если понравился ролик, конечно же, оцени лайком. Еще не подписался, подписывайся на канал на Ютубе, на Рутубе, Яндекс.Зен и ВК, Печка ТВ есть везде. Смотри там, где тебе удобно. Приходи на стримы, которые проходят каждый день на площадках Twitch, Трова и Ютуб. Да. С ближним боем то же самое, да? Стелси не хочу, ё-моё. Поздравляю с обновлением и удачной тебе охоты.